Говорят, что на Новый год мечты сбываются. А что если буквально за 2 часа до Нового года загадать желание, закрыть глаза и представить, чтобы самые близкие, дорогие люди города Риги оказались все в одном месте? Так, в чем проблема, Лена? Давай помечтаем. Давай. Закрывай глаза. Всю свою жизнь занимаетесь молодежью и детьми. Наверняка в преддверии 2015 года вам есть что им пожелать и что сказать. Да, я хочу поздравить с Новым годом моих любимых студентов, моих друзей, коллег и, конечно, мою родную Исму. Пожелать нам всем мира, здоровья и, конечно же, успеха и удачи. И пусть на небосводе меняются и проплывают козы, овны, раки, петухи, свиньи, тигры. Мы люди всегда на земле должны оставаться людьми. Сильными, мудрыми, добрыми, терпимыми друг к другу. Пусть так и будет. Красивый город, красивая песня. Эти стихи посвящены городу Риге от несравненной Дианы Пирокс. Аккомпанирует Артем Сарви. Не бывает на земле встреч случайных. Мы спешим и обо всем забываем. Каждый день для нас с тобой это тайна. Для любви, открыв сердца, мы мечтаем. Только встречи жду опять. Я, как и прежде, знаю, слышишь ты меня. На расстоянии в этом городе любви и надежды, что замедлит время ход. Ожидание. Я жду тебя, я буду ждать. Останови часы разлук, ты мой опять. Мы в Риге встретились с тобой, это судьба. Дела и заботы, только чувствую к тебе, сердце рвется. Есть у линии судьбы повороты. Нам любовь не обмануть, все вернется. Ты назначишь у часов не свидание, узких улиц лабиринт ночью встретит. Там сбываются порой все желания. Ты услышишь, что меня лучше нет на свете. Я жду тебя, я буду ждать. Останови часы разлук, ты мой опять. Мы в Риге встретились с тобой, это судьба. Лишь ты и я. Рига.
Юля, что вы пожелаете нашим зрителям в новом году, как имидж-дизайнер? Дорогие друзья, в этот чудесный праздник хочу вам пожелать крепкого здоровья, взаимной любви, счастья, добра, и пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям. С Новым годом! Вы постоянно находитесь среди творческих людей. Вы и занимаетесь музыкой, и фотографируете. Что вы, как творческий человек, можете пожелать в наступающем 2015 году? Всем друзьям, коллегам и всем присутствующим хочу пожелать любви, любви, еще раз любви. Что завораживает больше, чем баллада на гитаре? Особенно если композиция называется «Я тебя люблю». Друзья, Валерий Егоров. Много всего было сделано в этом году, много что предстоит сделать в следующем году. Что бы вы пожелали нашим зрителям?
и зрителям, и себе, в том числе и своим близким, я хочу пожелать фантастического везения и новых приключений. И главное, не бояться менять все старое на новое. Яркая вы, яркая ваша жизнь. Наверняка есть что пожелать зрителям в 2015 году. Он совсем скоро. Знаешь, дорогая, я думаю о том, что следующий год, он такой козлиный, он такой козий. И я думаю о боге плодородия греческом, о Пане, который содержит в себе вот все эти самые козьи, самые плодородные, самые сексуальные начала. Я думаю, творческий — это творческий, конечно, как говорят все, но какой же он будет сексуальный, когда все козочки будут такие вот белые, пушистые, прыгать по лугам и получать именно то, что им хочется. Вот это я хочу пожелать нам, женщинам, в этом году. В Риге огромное количество талантливых взрослых. Но есть и большое количество талантливых деток. Одна из них приехала к нам сегодня порадовать нас перед самым Новым годом. И зовут ее Алия. С песней «Прости и отпусти». Я хочу пожелать и друзьям, и всем родным, и знакомым, и всем-всем-всем пожелать побольше всего нового, побольше новых идей, побольше новых знакомых, новых каких-то мероприятий, побольше новых безумных идей. Сходите почаще с ума, в хорошем смысле этого слова. И удачи!
Тамара, столько свершений в этом году, много чего ждет впереди. А что ты можешь пожелать зрителям в наступающем году? Я хочу пожелать всем счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким. И чтобы самые-самые заветные мечты сбылись именно в следующем году. Ну что же пожелать вам в новом году? Конечно же, хочется пожелать вам море любви. И есть одна исполнительница, которая тоже хотела вам пожелать именно этого. Тамара Рудковская, «Дари любовь». Посмотри мне в глаза, улыбнись, просто так. Отчего не забраться на крышу, не крикнуть привет всем, можно сделать доброе дело, подарить просто так морозу. Можно прыгнуть с разбегу в бассейн, и пусть все посмеются над этим. Этой ночью поверим в чудеса, ярко-розовый мир без очков. И я стою посреди волшебства, дари любовь. Этой ночью раскрасим все огни, пусть будут за запретные мечты. Обними меня и прижми к себе, дари позитив, позитив, неси мечту, сделай целью не наоборот. И иди навстречу ветру, не жди, что будет легко. Вдохновляй, будь примером, однажды встретишь ее холодным вечером, и сразу станет так тепло и весело, ну а пока давай поверим в себя, давай поверим, что все в наших руках. Помни, жизнь одна, загадай, загадай желание, там упала звезда. А я хочу, хочу на свидание с тобой потанцевать сальсу, прыгать прямо в снег, чем-то нелепым заниматься на виду у всех. И пусть говорят, что нам будто покат лет, ведь так оно и есть в душе. Этой ночью поверим в чудеса, ярко-розовый мир без очков. И я стою посреди волшебства, дари любовь. Этой ночью раскрасим все огни, пусть будут за запретные мечты. Обними меня, прижми к себе, дари любовь. Дари любовь, дари любовь, дари любовь. Во-во-во-во-во-во. Помни, жизнь одна, надо на одно. Валера, ты помогаешь стольким людям, а что ты можешь пожелать им в наступающем году? Прежде я хочу выразить благодарность всем своим друзьям, близким за ту светлую атмосферу, в которой я сам живу. А всем желаю крепчайшего здоровья, чтобы сердца как можно чаще трепетали от радости и, конечно, исполнения заветной мечты. Светлана Лев. И благотворительность, и светские мероприятия. Наверняка есть что пожелать в наступающем 2015 году. Знаешь, Леночка, когда я прошу что-то у Бога для себя лично, я не прошу у Него ни золота, бриллиантов, ни любви или великой. Я просто прошу: Бог, пусть так будет, чтобы я была счастлива. И то же самое я желаю всегда всем своим друзьям. И сейчас хотелось бы то же самое сказать, потому что у каждого счастье понятие свое, поэтому будьте счастливы.
Лена, а что для тебя самое важное в жизни? Ты знаешь, для меня самое главное и самое важное в жизни, чтобы оставалась надежда. И для нашей следующей исполнительницы тоже. Встречайте Кэти Тиндемарк с песней «Цариба». Kad vēl tik daudz ir nepaveikts Man nav liekts par savu laimi stāstīt Bet nav ļauts tavu dzīvi nodzīvot Vienreiz dzīvību es devu Un tu arī vari dot Tev ir dzīvē dotā tikai vienu reizi Dzīvo šodienu tā It kā būtu labākā Un ja nejauši kāds atlidos Gaidot, kad tu dzīvību tam dosi Jā, tu esi cerība Mūsu dzīvei kādreiz apstājoties Paliek tie, kas tevi turpinās Tavas asaras un smaids nav tikai tukšas cerības Mums ir divas kājas, divas rokas Bet tikai viena sirds, lai mīlētu Mums ir viss, lai savai sirdi Otru sirdi atrastu Tev ir dzīvē dotā tikai Vienu reizi nodzīvo šodienu tā It kā būtu labākā Un ja nejauši kāds atlidos Gaidot, kad tu dzīvību tam dosi Jā, tu esi cerība Šodienu tā It kā būtu labākā Un ja nejauši kāds atlidos Gaidot, kad tu dzīvību tam dosi Jā, tu esi cerība Что вы можете им пожелать в наступающем году? Ну, Новый год будет довольно интересный. Это инский год, такой женский. Он будет капризный, непредсказуемый, полный эмоций. И в то же время один из самых подходящих для любви. Для романов, для романтических отношений, для новых, для развития старых. И я всем хочу пожелать, чтобы те, кого мы любим, и те, кто любит нас, это были бы одни и те же люди. Друзья, в этом прекрасном новом году мы хотим, лично я хочу пожелать всем, не бойтесь своих желаний, делайте все новое, экспериментируйте и, главное, двигайтесь только вперед. Любите друг друга, будьте счастливы. Всем удачи в новом году. С Новым годом. Что бы ты сделал, если бы ты очень сильно любил, но не мог об этом сказать? Ну, я думаю, я бы станцевал или спел об этом. Знаешь, ребята именно так и поступили. Алекс Силверс, Лера Штейн с композицией «Тев».
Cei ka agrāk neziņu Pasaka skaistā stāstīt sev Nasaras lielas atkal dāvina tev Par tevi kļūt un mēlot sev Ka kaut kas būs, jo tas ir plus Esi blakus man, jo tikā man sāp Tu vari palīdzēt, ja atkal būsi klāt Piezvanīt, uzrakstīt, visu teikt tev Ko es jūtu, kā man sāp, kā tevis nav Apstādies, pieskārties, jūtām teikt jā Es to gribu, lai mums mans un manā iespējā Es atceros visu, es negribu aizmirst, varbūt sāksim no jauna, nezinu. Pasaka skaistās, iestāstu sev, visas domas un sapņus veltīju tev. Jūtu, kā man sāp, kā tevis nav Apskārties, pieskārties, jūtām teikt jā Es to gribu, lai mums mans un manā iespējā Piezvanīt, uzrakstīt, visu teikt tev Ko es jūtu, kā man sāp, kā tevis nav Apskārties, pieskārties, jūtām teikt jā Es to gribu, lai mums mans un manā iespējā Uzrakstīt, visu teikt tev Piezvanīt, uzrakstīt, visu teikt tev Ko es jūtu, kā man sāp, kā tevis nav Apstādies, pieskārties, jūtām teikt jā Es to gribu, lai mums mums un manā iespējā Piezvanīt, uzrakstīt, visu teikt tev Ko es jūtu, kā man sāp, kā tevis nav Apstāvies, pieskārties, jūtām teikt jā Es to gribu, lai mums mans un manā iespējā Что может нашим зрителям пожелать ослепительная Елена? Ну, во-первых, я хочу пожелать всем телезрителям этого канала прекрасного Нового года. И, конечно же, как можно дольше и больше в этом году было праздников. А также, чтобы этот Новый год прошел под знаком любви, нежности и ласки. Ну и, конечно же, всего самого теплого и нежного, что можно подарить самым нашим дорогим и близким людям, которые сейчас рядом с нами или где-то там далеко. В общем, люблю вас всех и всем вам нежности. Мы хотим поздравить с Новым годом всех жителей Латвии, пожелать счастья, здоровья и любви. От себя сразу хочу добавить, чтобы все то доброе, что у нас есть, чтобы мы все это перенесли и в Новый год тоже. С Новым годом! Когда-то в детстве, когда мы о чем-то мечтали, мы знали, что это можно просто нарисовать, и тогда мечта обязательно исполнится. Камила Клявиня, я рисую. Сейчас ты жди.
сердце живет, проснется в нем. Пашенька, а какие будут твои пожелания нашим зрителям в наступающем году? Во-первых, я скажу тебе огромное спасибо за приглашение на столь чудный перформанс. И хочу пожелать всем тем, кто будет смотреть это шоу, чтобы у них в жизни все сложилось наилучшим образом. Татьяна, вы сочиняете прекрасные песни. Скажите, а что вы можете пожелать нашим зрителям в 2015 году? Я отвечу своими стихами. Желаю всем упасть на мягкие перины, напиться утренней росой, увидеть сон из паутины, что соткан призрачной звездой, услышать музыку вселенной, где правит вечная любовь, отдать ей сердце в дар бесценный, сиянием звезд наполнив кровь, подняться ввысь над суетой, развеять жизни миражи, шагнуть за давнюю мечтой, что в глубине души лежит. С Новым годом! Лена, скажи, а что может тебя заставить остановиться? Ты знаешь, меня может заставить остановиться настоящая красота или очень красивый голос. Этот момент настал. Специально для тебя Давид Каландия с композицией «Кома». Without a sound, thought I wouldn't hear. Your silence still surrounds me. You echo in my mind, in every single tear, in all you never told me. Only you can wait. Again, never should I let you go. Can wake me from this coma. Don't
miss life's sleeplessness, my only consciousness, but you're my only dream. Only you can wake me up again. Never should I let you go. Never should I let you go. Яночка, вы настолько яркий человек. Что такого интересного вы можете пожелать в наступающем году? Я, безусловно, хочу пожелать каждому, чтобы все желания были в шоке от возможностей, чтобы получалось все, все, что желается, все, что хочется. Ведь это дарит людям счастье. Павел, что бы ты хотел пожелать всем зрителям в наступающем 2015 году? Уходит в прошлое очередной календарный год. Каким бы он ни был, он оставляет нам жизненный опыт. Давайте добавим этот опыт в копилку опыта наших родителей, наших предыдущих поколений, потому что мы все рижане, все латвийцы, нам на самом деле есть чем гордиться. Эта гордость делает нас сильнее, она дает нам вдохновение в наших делах, она дает нам веру в наши возможности. И все это вместе с благополучием наших родных и близких, и с любовью это все дает, составляет то большое счастье, которое я хочу вам всем пожелать. С Новым годом, с новым счастьем. Скажи, пожалуйста, без чего ты не представляешь зиму? Зиму, ну, это в первую очередь Новый год, мандарины, ну и, конечно же, снег. Ну, тогда немножечко снега добавим в сегодняшний праздник. С нами Юлия Васильева с композицией «Метель».
дверью закрыта, и крики зимы чуть живой забытой. Метель, метель, тебя не спросит. Метель, метель, куда уносит. Метель, метель, живая дышит. Метель, метель, тебя не слышит. Году вышли замуж. А какие ваши планы на следующий год и что вы можете пожелать нашим зрителям? В следующем году я планирую родить ребеночка, чего я хочу пожелать всем зрителям – любить и рожать детей. С Новым годом! Диана, для тебя этот год был очень удачным в плане творчества. Что ты хочешь пожелать нашим зрителям в будущем году? Всем зрителям я искренне желаю любви, счастья и гармонии с собой и с этим миром. Пусть каждый из нас будет счастлив, любим. Любите, ведь без любви не бывает чудес. С Новым годом! Как ты считаешь, если люди ссорятся, кто виноват? Я считаю, виноваты оба. А давай послушаем небольшую музыкальную историю на эту тему. Диана Пашко с композицией «Наугад». Мы все решили уже. В глаза смотрю я, они чужие теперь. И за собою оставишь закрытую дверь. Теряю силы, не зная, что сказать. Мы так любили, но не смогли удержать. А на ладонях еще осталось тепло, но слишком малая доля все равно. Гоню ветром северным, ты был уверенным, но, наверное, зря. Я сердце доверила, ты был проверенным, но не до конца. Ты знаешь, мы с тобой с тобою ждет, и
оставит нас судьба. Время лечит, значит, эта боль пройдет. Пройдет страдание ему череда. Гоню ветром северным, ты был уверенным, но, наверное, зря. Я сердце доверила, ты был проверенным, но не до конца. Ты знаешь, мы с тобою увлеклись игрою, выбирали наугад. Я не хочу смотреть назад. Это год по восточному календарю либо козы, либо овцы. Но, в принципе, это не важно. Мы желаем вам найти в себе немножко детства в следующем году и научиться радоваться простым вещам. С Новым годом! Пожелать хотим так много, что всего не перечесть. Счастья самого большого, что на свете есть. И пусть вас не покидает радость никогда. Пусть любовь сопровождает все ваши года. С Новым годом! С Новым годом! И главное, бейте по пузу и танцуйте крабика. С Новым годом! С Новым годом! Скажи, а что можно делать на Новый год до самого утра? Веселиться и шуметь. А давай немножечко пошумим, еще чуть громче, чем было до этого. Алина Фелдман и Алан Шум с композицией «Шум». Мысли все вокруг слишком быстро, все программы зависли от накала страстей. Ты уже слишком близко, шум по телу струится, ты как белая львица, знаю, будешь моей. Я оглушаю взглядом, и я уже сам не в себе. Так громко, что я рядом, и пусть зашкаливает во мне. Моментами строю замки наших идей. От тебя мне не скрыться, и мне это не снится. Мое чувство искрится, с каждым днем все сильней. Я оглушаю взгляд.
что может пожелать девушка, которая является примером женственности? Яночка, расскажи, пожалуйста. Ой, спасибо, конечно, за комплимент, но хочу пожелать всем счастья в новом году. Пусть все невозможное станет возможным. И самое главное, чтобы в каждом доме был мир, тепло, уют, ну и, конечно, радость. Вика, в тебе столько любви, в тебе столько женственности. А что ты можешь пожелать в наступающем году? Желание. Не стесняйтесь в своих желаниях. И пусть ваши самые искренние и заветные желания исполнятся в новом году. А также оставьте место для чуда в своей жизни. Верьте в чудеса. Олег, вы работаете с людьми, спорт, общественная деятельность. А что вы можете пожелать в наступающем году? Ну, прежде всего, я хочу пожелать всем латвийцам, рижанам, гостям столицы, которые находятся в эти праздничные дни у нас в Риге. И, конечно же, друзьям хочу поздравить с Рождеством Христовым и Новым годом. И пожелать, естественно, богатырского здравия, сил и терпения, удачи и благополучия, мира и согласия, множество счастливых мгновений и, конечно же, крепкой настоящей любви. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, что необходимо для того, чтобы страсть разгорелась? Чтобы страсть разгорелась, необходимо немного огня. Или даже самая капелька, наверное, может разжечь огонь любви, правда? Да. Композиция «Остатки любви» от Анны Ушаковой. Теперь я знаю, все не вечно. Или на правду закрываем мы глаза. Ты далеко и не один, я вроде тоже. Все хорошо, но что-то не дает дышать. Секунды времени перетекают в годы, а мы, как прежде, все пытаемся скрывать. Закрыв глаза на мысли, я смотрю с улыбкой. Но очень много я хочу тебе сказать. Ты не хочешь глаза открывать, очевидных вещей замечать. А я тихо сгораю в тоске. Я устала о чувствах молчать. Все в наших руках, ну а мы утопили остатки любви. Остается дальше молчать. Тикают, мы оба повзрослели. Все дальше убегаем от своей судьбы. Как долго может продолжаться эта драма? Я верить не хочу, что это были мы. Я готова бежать от всего, чтобы вновь оказаться с тобой. Столько удивительных вещей вы создаете в этом городе. А какое будет ваше пожелание в наступающем году? Я думаю, мы каждый день примеряем на себя кучу ролей. Мы и родители, мы и дети, мы и партнеры, мы и клиенты. И поэтому зачастую мы теряем свое лицо. Я хочу пожелать, чтобы каждый из нас в новом году
был самим собой. Но не забывал примерять на себя ради фана, ради прикола, другие маски. С Новым годом! Диана, у тебя прекрасный вокал, ты прекрасно поешь, и я знаю, что ты шла очень долго для того, чтобы добиться этих высот. Что ты можешь пожелать нашим зрителям? В первую очередь я бы, конечно, хотела пожелать, чтобы в новом году у всех были новые, незабываемые, головокружительные знакомства и встречи, потому что без этого жить неинтересно. Помимо Нового года, зимой есть еще один прекрасный праздник, который называется Рождество. В Рождество сбываются все мечты. И случаются самые неожиданные сказки и сюрпризы. Диана Юдельсон, When the Angels Came. Столько прекрасного выходит из-под твоих рук, столько творишь, столько создаешь. А что можешь пожелать в наступающем 2015 году? Ты знаешь, Леночка, хочется пожелать, наверное, чтобы в жизни каждого человека в следующем году было немножко
больше волшебных моментов, чтобы все получалось легко, чтобы заветные желания, которые не сбылись до этого года, вот этот год принес, наконец-таки, долгожданное исполнение мечты каждому человеку, который действительно к ней шел, особенно мы, творческие люди, ты знаешь, как мы планируем, как мы работаем, чтобы у нас все так это было все волшебно, легко и красиво. Наташенька, создавать красоту – твое призвание. А какое будет твое пожелание в наступающем году? Я желаю всем в этом году много света, тепла, радости, добра и любви. С Новым годом! Мода, красота, любовь, семья – все это есть в твоей жизни. Что ты можешь пожелать нашим зрителям в 2015 году? Дорогие друзья, в Новом году я хочу пожелать вам всем мира, спокойствия, благополучия. Хочу пожелать вдохновения, но главное – уметь прощать, уметь любить, уметь дарить добро. Будьте счастливы, будьте добры друг другу. С Новым годом! А знаешь ли ты, что нужно сделать, чтобы счастье осталось с тобой навсегда? Мне кажется, я знаю. Его нужно отпустить. Абсолютно верно. Счастье нужно отпустить, тогда оно останется. Дмитрий Миленин с композицией «Отпускаю».
Ну что, мы хотим сказать всем огромное спасибо. Спасибо за то, что вы есть в нашей жизни и делаете ее прекрасной, невероятной, полной событий, которая без вас не имела бы никакого значения. С Новым годом, друзья! Всего вам самого хорошего и замечательного. Живите, радуйтесь, улыбайтесь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ко мне.